Традиционно во второе воскресенье мая в Беларуси отмечают День государственного герба и государственного флага. Флаг, герб и гимн – главные атрибуты любого суверенного государства. Они отражают исторические, духовные и нравственные черты нации, особенности культуры и мировоззрения народа, его стремление к самоопределению и самостоятельному развитию. Сегодня в Гомеле к этому празднику приурочили торжественный прием детей в пионерскую организацию, а молодых людей в Белорусский республиканский союз молодежи. Ежегодно новые членские билеты БРСМ вручают именно в этот день. На центральной площади Гомеля в общественную организацию вступили 12 молодых людей. Это выпускники гимназии, студенты вузов и молодые специалисты предприятий. Также сегодня 75 гомельских школьников произнесли торжественные обещания и были приняты в Белорусскую республиканскую пионерскую организацию. Очень символично, что сегодня здесь, на площади, в день герба и флага, мы повяжем галстуки, пионерские галстуки, лучшим октябрятам города Гомеля. И символично, что именно 75 ребят сегодня здесь будут приняты в год 75-летия освобождения Беларуси. Поэтому мы очень рады этому событию, и мы уверены, что вот эти лучшие пионеры уже на данный момент будут лучшими гражданами нашей страны.